Всем привет! Сейчас я работаю над новым выпуском Insert Coin и уже обдумываю, каким будет следующий геймшелф. Insert Coin, я думаю, уже появится на следующей неделе, я на это надеюсь, и скорее всего у меня это получится. А сегодня у нас новый выпуск «Что в коробке?». Я хочу вам рассказать про игру Lemminge 2 The Tribes. Она называется вот такая вот интересная коробочка для Commodore Amiga. Оригинальная платформа, на которой выходила эта игра. Однажды мне захотелось собрать всех леммингов, потому что я очень любил эту игру для Mega Drive. Потом я узнал, что она выходила вот в таких классных картонных коробках на оригинальной платформе. И заказал себе первую и вторую часть для начала. И когда пришла ко мне вторая часть, я ее открыл и очень сильно удивился. Приятно удивился. Давайте же, наконец, посмотрим, что находится в этой коробке. Ох, ребята, как же я люблю эти коробочки для Amiga. Давным-давно, когда издатели еще не додумались выпускать коллекционные издания и продавать их в полтора или два раза дороже, чем обычные игры, пихать туда артбуки и прочее, игры для Amiga выходили всегда вот в таких вот картонных коробках. Ну, в основном. Итак, спереди у нас красочный арт игры Lemminge 2 Tribes. Переводится как племена, слово Tribes. Ну или вроде того. Сзади тоже довольно красочный арт, где нам сообщают, что это сенсационный сиквел к одной из самых крутых компьютерных игр в истории. Так, даже с боков что-то нарисовано, какие-то скриншоты из уровней. Круто, круто, красочно, приятно. Давайте смотреть, что внутри. Внутри вот такая вот картонная штуковина. Какой-то нехороший человек взял и ручкой испортил экспонат исторический и написал здесь Lemminge 2. Ну, ладно, сделал и сделал, черт с ним. Открываем дальше. Вот такая вот черная еще одна коробочка. Ну, или что-то вроде коробочки. И больше ничего. Всего-то вот такая штучка. Но внутри-то нее что? Внутри нее такая вот красота. Такой вот разворотик с разными леммингами. И еще один разворотик с логотипом игры по центру и двумя кармашками слева и справа. Справа находятся три дискеты с игрой. Обожаю игры на нескольких носителях, когда надо пройти одну дискету, вставить вторую и так далее. Я, к сожалению, всего этого не застал, но на PlayStation 1, как мы меняли диски от Resident Evil, от каких-то еще игр, Dino Crisis, в общем, их много было. Final Fantasy одно удовольствие играть, господа. 4 диска, это 8, по-моему, 4 диска. Ну, в общем, не суть, сейчас я уйду куда-то далеко. Итак, здесь у нас карточка для заполнения и отправления в офис в Ливерпуле, в Psygnosis. И еще одна карточка. Ну, в общем, не суть важно. Это инструкция. Инструкция вот таких вот размеров. Здесь полностью описаны скиллы всех леммингов. Подробненько, с картиночками. Супер! Красота! Здесь как устанавливать игру для MS-DOS, как запускать на Amiga, на Atari. Ну, видимо, такой общий мануал для нескольких версий. Сомневаюсь, что все эти дискеты подойдут к разным машинам одновременно. Не зря же здесь написано Amiga PAL, как вы видите. Интересно, была Amiga NTSC? Наверное, нет. Я так думаю. А во втором кармашке нас ждет... Как вы думаете, что это? Артбук? Не совсем. Книга уже ближе. Называется она «История 12 племен острова Леммингов». Тут они все нарисованы, эти племена. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Видите, как классно. И в середине кто-то стоит с надписью про то, что кто-то хотел поиграть в эту игру в постели. Не знаю, что это значит, но в современных реалиях это возможно с портативными системами. Итак, здесь предисловие. Как же круто, а? Целая книжица. И вот она, история.
Вот первая глава и название типа «Леммингов». Тут что-то об этом написано. Я, честно говоря, пока не читал, все хочу засесть, пройти, и тогда уже полностью во все это дело погрузиться. Люблю полистать мануалы, когда проходишь игру. Там вечерком, там днем порубился, вечерком взял мануал, полистал, почитал, круто. Вторая глава, ну, в общем, вы поняли, и так далее. Вот третья глава. И про каждую из 12 племен есть несколько абзацев всяких историй, сказок. Наверное, каких-нибудь историй происхождения. Я так подразумеваю классический мир леммингов, который мы видели, я так понимаю, в первой части. Средневековый мир. Какие-то племена. В общем, египетские. Ах, красота, захотелось поиграть. Я хотел сделать геймшелф о серии Лемминги, но я боюсь, что получится довольно скучным, потому что игра, ну это же пазл-гейм такой, и играть в нее невероятно весело. Но смотреть на это, я думаю, может оказаться скучно и нудно, пока я буду тупить, проходить эти уровни. Я-то получу кучу удовольствия, но будет ли выпуск об этом интересен? Ой, уже 13 глава, представляете? Я думал, их 12 будет. Ну, в общем, не суть важно. Может быть, там в конце что-то открывается. Еще 14. Насколько вы помните, если играли, там такой... Карта выглядит как пирог, и лемминги идут к центру, разные племена, и можно одновременно выбирать, какими играть леммингами, проходить совершенно разные уровни, идя к центру. И вот что будет, когда они все придут в центр, это было... загадкой всего моего детства. Мне так хотелось, но так было сложно. Так было сложно играть во вторых леммингов на Мегадрайве, что я так и не узнал, что произойдет. Поэтому есть еще возможность раскрыть интригу детства, порадоваться и отлично провести время. Так что на сегодня у меня все. Цените хорошие старые издания игр, любите, потому что это действительно круто. Это очень приятно всегда держать в руках. Расскажите в комментариях, какие интересные издания вы видели. Желательно, конечно, старенькие, потому что современными все понятно. Там, как правило, какой-нибудь Special Edition, коллекционка с артбуком, с фигуркой. Ну, и как обычно. Если есть что-то вот прям неординарное, необычное, то напишите, я посмотрю, если мне понравится. Может быть, даже приобрету, чтобы у меня в коллекции тоже была такая прекрасная вещь. Давайте всем этим делиться. А на сегодня все, коробочка закрыта, ребят. Увидимся совсем скоро. Ждите программы. Каждый четверг будем стараться что-нибудь про игры снимать. Пока! Это Half-Life Game of the Year Edition. Оригинальная игра вышла в 1998 году, в ноябре, и к 1 января она уже стала игрой года, но это и не странно, наверное, и вышла вот в таком вот боксе Game of the Year.